Ты у нас спрашиваешь? Босс, вези, блядь, хорош хвостом вилять, мэн. Ну, извиняйте. Он у тебя покажил, научился плохим манерам. Ты сейчас будешь в стену, кстати, смотреть. Ну и что, я не горд. Постою, посмотрю. Пока прогружусь, уже как раз вы завалите. Козырный какой пацан, ты слышал, блин? Ну. Ну чё стоим, капуши? Так, а куда здесь идти? В серединку. В серединку. А чё это за пушки какие-то? Чё это за хуйня, блядь? Нет. У меня картинка какая-то вылезла. Блядь. И мне пиздец, походу. Чё блядь. Да ничего, все нормально. Нагрызёшь лапки? Лапки грызёшь? Село. Да я забыл эти, блядь, фляжки с хилками поставить. Черви. Что-то не появляется. Не гоняйте. Чел интересуется. Что за звук он услышал? Все. С боков. Разбегаемся. У кого Рекс уснёт, то плохо. Должен, я вроде стараюсь. А ты не на Рекс. Нет, ну я не гулять не должен. Все. О, напало. Так крылья отгрей, чтобы не летало, сука. Дима, а у тебя Ютик никогда не засыпал? Здесь нет. Сейчас уснёт? Не знаю. Я какой-то дебаб с звёздочкой тут появился. Я что-то стремаюсь. Не гоняйтесь за ней. Я они, по-моему, не поменяли ничего. Ну, такая же я и понутая, как раньше. Это что, големы не были, да? Ага. Она что-то пытается пыжиться сесть. Ей нужно место дохуя. Все должны. Ну вот сюда, вот давайте выйдем вот сюда. Вот сюда, где ты, там вдали. Да. Да, да, да. Пошли. Ну вот я уже одного сбафнул.
Сел. О, не, рано. Да говорю, отойдите, блядь, 100 раз уж сказали. Нет, топчутся там, лазят. Что-то. Идите к придурку, который орёт на всех. И все, и будет вам счастье. Это кому? Этому Ютику или ко мне? Ну, я не знаю, кто кому поймет, но я имею в виду Ютику. Села, блядь, хуй. Ну, кто фальстарт сделал, а? А он без наездника. Бял. Ну, мочи козлину. Хуеньки. Конечно, только танчи еще. Это вкуснее, да? У меня по 75 поел. Нормально. Вот я пытаюсь орать. А чё големов невинных, их убрали, что ли? Испугались. Мне кажется, они сейчас должны появиться. Или мне кажется, они нас испугались. Они посмотрели, что-то подозрительно мало рексов, блять. Ну не, ну нахуй, короче, блять. Нет, тут, по-моему, вообще даже в 3 рекса можно идти. Это разве что тэковские, когда выведешь. Да и эти-то нормально, у меня хп вообще ничего не сняли. А ты решил до этого, до 1000? Не знаю, посмотрим, как играть будем. Все. У кого рекс там в стене? А, голем. А теперь бегаем от них и не пытаемся их убивать. Только ну, это же скучно. Чтобы не зажали, блядь. Она присунуть пытается мне, блядь. Изи. Так, уходим. Ютик полетел. Куда полетел? Слепок, слепок. Успеем. Взял. А я нет. Ну, значит, одна. Вы помотали ее? Там не было ничего. Сожрите эту дрянь, а то у меня ютик по ней застрял. Вообще, мэн, слезть с него есть кнут в таких случаях. А? Вылез. Умный я, парень-то. Шайтан. Ну, жрите, я застрял, блин. Кнут есть, где-то сделал. Ага, я застрял. Сам персонаж. Погоди, а, блядь, не успеем. Попробуй на Рекса сесть. Я не могу сожрать. Сколько элементов? Ну я не до 100 с чем-то. Не могу. 190? Да. Я кусал, оно не сжирало. А ты что, выпустил?